заместитель директора по основной деятельности специализированной детской юношеской спортивной школы номер 8 города Витебска Пекалова Валентина Леонидовна. Сегодня начинается открытый городской турнир по плаванию, посвященный герою Советского Союза Веры Захаровны Харужей. В наших соревнованиях принимают 340 спортсменов, учащихся из разных городов Республики Беларусь. Всего в соревнованиях принимают участие 12 команд из разных уголков нашей страны. Спортсменам желаем честной борьбы, личных рекордов и хороших результатов. Гордиенко Александр Николаевич. СДФШОР 8. Вот две в ночи будут выступать. Лебедева Олеса и Гордиенко Виктория. Что можете им пожелать? Победы желаю им. Здравствуйте, уважаемые участники соревнований, представители команд, судьи, болельщики. Мы рады всех вас приветствовать на церемонии открытия плавательного турнира памяти героя Советского Союза Веры Харужи. У каждого из вас есть возможность проявить свои самые лучшие качества. У вас будет возможность закалить свой характер, проявить силу воли к победе, командный дух. Конечно же, показать свои лучшие результаты, а возможно, установить личные рекорды.